Вас приветствует информационная служба телеканала «Звезда». В студии работает Юлия Рубцова. Сегодня в эфире. Эффективность законодательства в сложившейся обстановке, о новациях в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка говорили на совещании у президента. На страже нашей безопасности сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Беларуси. Дорогу молодым. Перспективный кадровый резерв страны пополняется новыми именами. Все эти ребята, которые у нас включены в перспективный резерв, они проходят такой достаточно серьезный отбор. Мы включаем по рекомендации предприятий, где они сейчас трудятся, с учетом их личностных характеристик. Условия для самореализации перспективной молодежи расширяет и Белорусский республиканский союз молодежи. В 2021 году республиканский штаб студотрядов запускает сразу 4 проекта. Цензура на подвиг. Видеохостинг YouTube ограничил показ документального фильма «Ржев. 500 дней в огне». Сегодня, 18 марта, в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная документальному фильму и ограничениям, связанным с его показом. Подробности далее. На белорусских улицах должно быть спокойно, в стране необходимо сберечь мир и порядок. Об этом сегодня говорили на совещании у президента. На повестке дня вопрос совершенствования законодательства в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка. Минувший год показал, в сложившейся обстановке действующее законодательство нуждается в корректировке в основе планируемых новаций, запрос граждан. Ожидается, что изменения коснутся уголовных, трудовых и других нормативно-правовых актов. Мое требование одно. Мы людям должны заранее сказать об изменениях, предупредить их, если это нужно будет, об ужесточении тех или иных статей наших законов и законодательства в целом, чтобы они знали, идя на какие-то действия, будут ли после этого предприняты соответствующие к ним санкции или нет. То есть люди заранее должны быть предупреждены и должны будут знать, хотя незнание закона не освобождает от ответственности за исполнение. Законодательство должно не просто оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. Вопросов много. Отдельная тема – ответственность за угрозы в соцсетях, обнародование личных данных политиков, силовиков, журналистов. Александр Лукашенко интересовался, какие меры предусмотрены для обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка. Говорили и о механизмах борьбы с экстремизмом и героизации нацизма. У нас есть хороший пример, я тоже часто об этом говорил, Российская Федерация. На примере того, что они увидели в конце прошлого года в Беларуси, они сделали соответствующие выводы прозрачно, четко, ясно, приняв определенные законы. Это не только пример оперативности, но и по тематике для нас очень важно. Ну, допустим, вопросы героизации нацизма, или как там они назвали это. Это очень важный для нас вопрос. Они в этом направлении сделали конкретные шаги. Почему бы не воспользоваться этим опытом, так как они воспользовались нашим горьким опытом? Как докладывают наши соответствующие оперативные работники, спецслужбы, жить нам спокойно не дадут. А значит, нужно быть готовым к любым проявлениям деструктивной деятельности. От призывов к незаконным забастовкам до манипулирования сознанием людей посредством интернет-технологий. На каждый подобный шаг в арсенале у нас должны иметься адекватные инструменты реагирования. Совместно ведомства уже подготовили порядка 10 законопроектов, которые будут внесены в парламент, рассмотрены на весенней сессии, и по поручению президента они должны оперативно быть введены в действие. Уже по итогу совещания стало известно о планируемых корректировках. Так, Генпрокуратура инициирует усиление и конкретизацию ответственности за экстремистскую деятельность. Появится в законодательстве и дополнительная ответственность для авторов распространяемых фейков. Ряд статей Уголовного кодекса упразднят, некоторые пересмотрят. Меры, предлагаемые, направлены на то, чтобы обеспечить общественную безопасность, в первую очередь, с учетом практики последнего года. Ряд мер направлен на усиление защиты
тех сотрудников, которые обеспечивают эту безопасность, сотрудников МВД, военнослужащих, сотрудников государственного аппарата. Свою готовность к противодействию массовым беспорядкам и охране общественного порядка внутренние войска показали в августе прошлого года, а также в другие дни активности протестного движения. С учетом опыта уже сегодня выработана определенная стратегия. Необходимо буквально с первых минут приступить к активным действиям, конечно, если такая необходимость возникнет. Внутренние войска, в частности войсковая часть 55-30, ежедневно тренируются по программе боевой подготовки по вопросам массовых беспорядков в населенных пунктах. Поэтому личный состав весь, как военнослужащие срочной службы, военнослужащие по контракту, офицерский состав был готов выполнить любую поставленную задачу, что, собственно, и в августе, и после августских событий мы с честью выполнили. Главой государства была дана высокая оценка внутренних войск. Ну и, в принципе, ту задачу, которую нам ставили, мы выполнили. Свою высокую оценку и убежденность в дальнейшей верности долгу глава государства выразил в своем поздравлении с профессиональным праздником, адресованным военнослужащим, сотрудникам и ветеранам внутренних войск. «Каждый день вы твердо стоите на страже законности, мирного труда и покоя наших граждан, постоянно решая уникальные по специфике и сложности служебно-боевые задачи. Убежден, что вы и впредь, будучи истинными патриотами, верными долгу и присяге, сделаете все, чтобы защитить конституционный строй, страну и народ от любых противоправных посягательств», подчеркнул глава государства Александр Лукашенко. Сегодня, 18 марта, в Беларуси отмечают День внутренних войск. Министерство внутренних дел Беларуси. Уже более сотни лет военнослужащие данного рода войск обеспечивают защиту жизни и здоровья людей, законные интересы граждан и государства, безопасность и суверенитет страны. В праздник, конечно, не обошлось без торжественных мероприятий, но не в ущерб выполнению служебных обязанностей. В этот день мои коллеги побывали в войсковой части 55-30. Задачи военнослужащих внутренних войск различны. Одни конвоируют заключенных, другие охраняют режимные объекты. Специалисты саперно-пиротехнических подразделений обезвреживают взрывоопасные предметы. И здесь, помимо сообщения о минировании объектов, часто приходится выезжать на разминирование снарядов времен Великой Отечественной войны. Несмотря на прошедшие десятилетия, таких находок немало. На сегодняшний день войсковой части 55-30, которая в состав входит 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск Республики Беларусь, выполняет повседневные служебно-боевые задачи. Это оказание содействия территориальным органам внутренних дел в двух городах Полоцка и Новополоцка, оказание содействия администрации исправительного учреждения номер 1, которое дислоцируется в Новополоцке по охране спецконтингентов исправительного учреждения, а также конвоирование осужденных из исправительного учреждения на обменных пунктах. Это служебная собака по кличке Никон. Ей 9 лет и столько же она на службе. Никон – самая старшая собака из войсковой части 55-30. Служебная собака выполняет задачи по конвоированию задержанных. Помимо Никона, в войсковой части еще 6 собак. И каждая из них нацелена на выполнение определенных задач. Поиск наркотиков, взрывчатых веществ, а также конвоирование и не только. За каждой собакой закреплен кинолог. Последние годы Никона тренирует Денис Пашкевич. Военнослужащий с детства любил собак, и поэтому еще солдатом-срочником он пошел служить в кинологическое подразделение войсковой части. Признается, что обучение собаке – процесс длительный и постоянный. Самое главное – это чтобы был у тебя фигурант, ну, по выполнению вот задач. Вот как с вот этой собакой должен быть фигурант, который полностью экипирован в экипировку. И мы для начала просто показываем собаке то, что как бы фигурант нападает на тебя, ну, на меня самого, и собака должна тебя защитить. И как бы с этого все начинается, и потом она уже просто, ее вырабатывается рефлекс, она уже видит как бы цель и не видит преград. И уже как бы она выполняет свою задачу. Сегодня на плацу войсковой части 55-30 весь личный состав. Здесь проходит торжественный митинг, посвященный 103-й годовщине со дня образования внутренних войск. Ура! 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 В профессиональный праздник на плацу прошла церемония награждения. Нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности вручены военнослужащим части за умелые, грамотные и профессиональные действия, инициативу, проявленную при выполнении служебных обязанностей. С трибуны поздравления от глав Полоцка и Новополоцка, а также других гостей войсковой части. Конечно же, слова благодарности личному составу прозвучали от командира. Всему коллективу внутренних войск желаю счастья, добра,
мирного неба над головой, чтобы, приходя на работу, мы ее выполняли с честью, с достоинством, ну и, соответственно, чтобы, конечно, в этот день здоровья всем, благополучия, удачи. Я думаю, что те задачи, которые ставятся, все выполняют на благо государства Республики Беларусь. Стоит отметить, что именно на Витебщине началась история внутренней службы Беларуси. Более сотни лет назад в Витебске была создана конвойная команда из числа добровольцев. И сегодня лучшие ратные традиции старшего поколения приумножают военнослужащие внутренних войск, успешно выполняя поставленные задачи. Глеб Прокофьев, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». Как подготовить грамотного специалиста, который в будущем сможет стать надежным и грамотным руководителем? Кадровая политика Беларуси нацелена на создание эффективной системы подготовки высококвалифицированных специалистов. Причем уже со школьной скамьи на каждом предприятии организован процесс переподготовки и повышения квалификации действующих сотрудников. Кроме того, в стране ведется работа по созданию кадрового резерва. И здесь речь идет не только о формировании банка данных претендентов на руководящие должности в органах госуправления. Отдельно готовится перспективный кадровый резерв из молодых сотрудников до 31 года. Как в Новополоцке наращивают кадровый потенциал, узнавали мои коллеги. Кадровый резерв Новополоцка хоть и небольшой, в списке 18 молодых работников до 31 года, но достаточно перспективный. В его составе молодые люди, которые уже проявили себя в профессиональной и общественной жизни. Причем к карьерным высотам стремятся как девушки, так и парни. Яркий пример – Игорь Казаченок. Выпускник Полоцкого госуниверситета 5 лет трудится на приборостроительном предприятии «Измеритель». Из них год руководит производственно-диспетчерским бюро. Участок – один из ключевых в технологической цепочке. Его коллектив в том числе занимается обеспечением производства необходимыми материалами для выпуска изделий. А это дело ответственное, требует дисциплины, знаний и, конечно, опыта, чем и обладает 27-летний Игорь Казаченок. Современный руководитель должен обладать высоким чувством ответственности, самоорганизованностью, умением выходить из конфликтных ситуаций, возможно, где-то с юмором, чтобы создавать вокруг себя теплую дружескую обстановку, чтобы рабочие чувствовали себя комфортно. Однако мало иметь резерв. Важно создавать условия для развития и карьерного продвижения талантливой молодежи. Об этом молодые люди говорили во время встречи с главой Новополоцка. Здесь речь идет в том числе о доступности жилья, возможностях для досуга и самореализации. Вдохновлять на трудовые подвиги должно и место работы. Поднимались во время встречи и вопросы, касающиеся системы подготовки высококвалифицированных специалистов в целом. Начинается она уже со школьной скамьи, продолжается в колледжах и университете, причем в тесной связке с производством. В итоге на рынок труда выходят молодые специалисты, обладающие необходимыми профессиональными компетенциями и личностными качествами. Самых активных и инициативных тут же замечают и включают в перспективный кадровый резерв. Все эти ребята, которые у нас включены в перспективный резерв, ну, они проходят такой достаточно серьезный отбор. Мы включаем по рекомендации предприятий, где они сейчас трудятся, с учетом их личностных характеристик. То есть уже эти ребята в любом случае себя проявили как формальные, либо неформальные лидеры, люди, которые обладают лидерскими такими качествами. Поэтому с ними работаем, разрабатываем под них уже программу повышения их квалификации, ну и работаем. За почти 63 года Новополоцк стал настоящей кузницей кадров для многих отраслей хозяйства. И дело тут не только в географическом положении, а плодородная полоцкая земля дала жизнь немалому числу выдающихся людей. Большую роль сыграл исторический факт. Город возведен руками молодых энтузиастов, участников комсомольской стройки. Сегодня их внуки и правнуки продолжают славные трудовые традиции первостроителей, в том числе за пределами Новополоцка. Наши земляки работают в других регионах нашей страны, на самых высоких руководящих должностях. Причем и за границей тоже они пользуются, так скажем, конкурентоспособностью и находят себе применение. Поэтому ну, в город Новополоцк отличают это энергия, целеустремленность и лидерские позиции. Анна Обудова, Сергей Залынский, телеканал «Звезда». Условия для самореализации перспективной молодежи расширяет и Белорусский республиканский союз молодежи. В 2021 году республиканский штаб студотрядов запускает сразу 4 проекта. Приоритетом остается проект «Всебелорусская молодежная стройка. Город молодости». К строительству социальных объектов в Островце планируют подключить около сотни человек. Еще порядка 200 смогут получить производственный опыт на объекте «Атлант». Белорусские студотрядовцы будут трудиться в нынешнем сезоне и на базе Всероссийского центра «Орленок», куда планируют
планируется направить совместный российско-белорусский студенческий педагогический отряд. В 2021 году планируется трудоустроить не менее 25 тысяч человек для работы в студенческих отрядах. В третьем трудовом семестре 2021 уже записались порядка 4500 молодых людей. Определиться с направлением летней занятости для студентов помогает промо-проект «Выбираем студотряд». Он стартовал в начале марта и продлится по июль включительно. Это площадка для учащейся молодежи, где можно получить информацию о возможностях трудоустройства в студотрядах разных профилей. На одной из таковых в Новополоцке побывали мои коллеги. О студотрядовской жизни не понаслышке знает Никита Бондарь. Парень признается, это движение затянуло его с первого курса и не отпускает до сих пор. В 2020-м во второй раз уже в качестве комиссара именитого студотряда ПГУ «Зодчий» Никита отправился на строительство атомной электростанции в Островец. Говорит, такой вариант летнего трудоустройства привлекает еще и финансово. За смену в 58 рабочих дней в Островце можно заработать более 1500 белорусских рублей. В этом году Никита подает заявку на всебелорусскую стройку уже в третий раз. Вышло так, что попал в отряды случайно, просто позвали. Я думал, что поедем просто на работу. Оказывается, что там у нас есть как и спортивные мероприятия, так и творческие. И то есть, когда попадаешь в эту сферу, очень сильно затягивает. В текущем году в Полоцком государственном университете будет сформировано 12 студенческих отрядов, а это на 2 отряда больше, чем в минувшем году. Об этом стало известно в ходе одного из мероприятий промо-проекта Белорусского республиканского союза молодежи с отрядом рядом. Ожидается, что в этом году более 200 человек будут трудиться не только на объектах Беларуси, но и России в составе строительных, педагогических, сервисных и производственных студенческих отрядов. Количеству объектов в этом году мы запланировали нефтезавод «Монтаж». Это, конечно же, всебелорусская молодежная стройка в Островце, город молодости. Это международный производственный проект «Атлант». Это педагогические отряды в детских лагерях «Изумрудный», «Космос». Это сервисные отряды во Всероссийском детском центре «Орленок», который в этом году будет возобновлен. И ожидаем, конечно же, работы на объектах «Нафтансервис» и новый проект международный формата строительства магистрали М1 совместно с Российской Федерацией. Студотрядовское движение набирает все большую популярность с каждым годом не только среди юношей, но и среди девушек. Например, в минувшем году на всебелорусскую стройку в Островец впервые поехали не только парни, но и девушки. Мы решили выбрать отряд «Зодчие». Мы поехали, поработали на стройке, это было весело, незабываемо. Было очень сложно, но с каждым днем ты привыкаешь, и уже через неделю или даже, может, через две нам стало уже попроще. Когда я впервые в жизни приехал на белорусскую атомную электростанцию, вот этого всего увиденного я просто обалдел. Море эмоций, куча позитива. Студотрядовское движение – одно из ведущих направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи, но не единственное. Незабытые школьники, для желающих заработать свои первые деньги, сформированы трудовые лагеря. В Новополоцке и в текущем году будет продолжена практика работы лагеря труда и отдыха для несовершеннолетних. Ольга Войтова, Сергей Залынский, телеканал «Звезда». За молодежью будущее – это факт, который, казалось бы, никто не будет опровергать. И в это будущее сегодня так важно вложить все самое лучшее, передав молодому поколению традиции и, самое главное, историю. Сегодня, когда вопросы безопасности приобретают особую значимость, так важно воспитать дух патриотизма на примере наших дедов и прадедов. Но, похоже, понимают это не все. Цензура на подвиг. Видеохостинг YouTube ограничил показ документального фильма «Ржев. 500 дней в огне». Документальная военная хроника на канале «Белорос» стала доступна для зрителей 23 февраля. Однако увидеть историю о самом страшном и кровопролитном сражении Великой Отечественной смогли не все. Лента доступна к просмотру для лиц 18+. Причиной послужили вот эти кадры. За почти часовой показ о событиях, происходящих под Ржевом, кадры с ранеными и убитыми советскими солдатами транслируются не больше минуты. Остальная часть ленты – интервью экспертов, комментарии историков. Самое ценное – живые воспоминания участников Ржевской мясорубки. Сегодня, когда очевидцев тех страшных событий становится все меньше, а время все дальше отделяет нас от беды Великой Отечественной, так важно сохранить память не только о победах времен Великой Отечественной, но и о поражениях.
поражениях, без которых не было бы сегодняшнего мира. В битве под Ржевом в годы Великой Отечественной убито, ранено и пропало без вести более 1 миллиона советских солдат. Вот так легко и просто, без обращения к создателям и тем, кто транслирует фильм в интернет-пространстве, YouTube решает за своего зрителя, что смотреть и что показывать. Но это не значит, что все будут молчать и мириться с подобного рода несправедливостью. Сегодня, 18 марта, в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная документальному фильму и ограничениям, связанным с его показом. YouTube решил, что не всем можно смотреть этот документальный фильм. Вот, ввел ограничение плюс 18 и, по сути дела, отсек аудиторию, на которую мы прежде всего рассчитывали. Сейчас уже выросло поколение, подрастает другое, третье, которым нужно объяснять, к сожалению, время идет, что такое Великая Отечественная война. И этот фильм как раз был в первую очередь рассчитан на них. И вдруг получается, не спрашивая нас, YouTube очень всегда ревниво относится как бы к авторскому праву, но у нас же тоже есть авторские права, но нас никто не спрашивал, нас обрезали, ограничили, и, собственно говоря, мы считаем, что это, по сути дела, судя по последним событиям, которые происходят в интернет-пространстве со стороны YouTube, это цензура, по сути дела, на подвиг советских солдат. Вопрос показа ленты молниеносно поддержала общественность, отстаивают правду и необходимость трансляции ржевской истории. Сегодня, в частности, Роскомнадзор, крупные общенациональные телеканалы Беларуси, федеральные каналы России, а также Союз журналистов Российской Федерации и Белорусский союз журналистов. Хроника Великой Отечественной войны – это не шок-контент. Это контент, который формирует личность. Это контент, который формирует историческое сознание. Это контент, который способен дать двум новым поколениям, которые действительно уже далеко отстоят от событий Великой Отечественной войны, понимание, за что воевали их деды и прадеды, кому мы обязаны самим фактом существования нас, как независимых государств, как большого союзного пространства, как нашей суверенной Евразии. Мы имеем право на свое прочтение истории. Это право для нас, в том числе, завоевали очень часто цензурные герои вашего фильма. В завершении информационного выпуска я напомню, что наши программы доступны на YouTube-канале нашей телерадиокомпании, а свежие новости можно узнать также в наших аккаунтах в социальных сетях. Берегите себя и до новых встреч в эфире телеканала «Звезда».